У меня сегодня вообще супер завтрак просто. У меня драники от нашей любимой Оксаны. Драники внутри с мясом. Ну, в общем, жареные почти картофельные пирожки. О, буду есть их со сметанкой. Салатик. Салатик. Салатики у меня огурцы, помидоры, вместо соли сыр соленый. И вот это коричневое у меня посыпано осенью льна. Сейчас их маслицу заправим. А, ну и чеснок, конечно. И чеснока и никуда. Отлично. Так, и чай. Да, я очень жутко хочу чая, хотя мне не рекомендовано сейчас. Но я не могу. В общем, у меня гринфилд с черной смородиной. Приятного аппетита мне и всем, кто сейчас кушает. В общем, пошла кайфовать.